Господи, верую, Господи, надеюсь, надеюсь, люблю, люблю, где любовь, там и Бог, где любовь, там и Бог. Что ужасно? Ужасно! Что ужасно? Да все ужасно, все ужасно! А, ну это да! Мы страдаем не напрасно! Мы страдаем за идею! А, ну это да! Была бы она орлеанская дева, тогда еще туда-сюда! 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 Если учесть, что она совсем не дева, а, скажем, прямо девка продажная. Так говорить все-таки не дело. Она отважная. Безъела Мадон, как всегда, циничен. Какой же ты черствый. Не надо из меня делать монстра. Просто месье прагматичен. Вот уже вторые сутки нами ближе чувство солидарности. Но надо понимать, гордыня проститутки нас подвергает опасности. У вас конкретно есть предложение, как нам отсюда выбраться? Пока, к сожалению, только размышления. Пока я не вижу выхода. Господи, просвети мой ум, просвети мой ум, очисти сердце, освети душу, очисти сердце, освети душу. Я буду оплакивать прошлые беды, буду оплакивать. Откажусь от будущих искушений, откажусь, постараюсь. Исправлю порочные наклонности. Если б мы жили где-нибудь в России, нас бы страдания не тяготили. А мы не знаем, зачем живем, зачем страдаем. По-вашему, в России такая благодать, такая гармония между людьми? Если бы знать, если бы знать.
Я слышал, этих русских хлебом не корми, только дай пострадать, только дай пострадать. Они свои страдания очень уважают, целыми днями страдают, страдают. Эх, пропала жизнь! Да. Ну, чем-нибудь еще они там занимаются? Духовностью упиваются, особый какой-то путь обсуждают. Сами себя терзают, терзают за то, что никак не решат, что делать и кто виноват. Но это же какой-то умственный разврат! Да, эти русские страшно грешат, зато постоянно каются. Жаль, у нас во Франции нет русского обычая. Эту душу свою выворачивать и тоску возвеличивать. Хава! Ну хорошо, а кроме вот этого они что-нибудь еще там делают? Сидят и обедают. Просто обедают, и за обедом добро проповедуют. Они все такие чистосердечные, душой изливают каждому встречному, в нравственном смысле себя раздевают. Да, голова. Я бы тоже так могла. Я думаю, страдаю само по себе эротично. А может быть, я, а может быть, я, а может, я просто ужасно порочная. Лучше жениться на девке публичной, чем на идиотке законченной. Жаль, у нас во Франции нет русского обычая. Душу свою выворачивать и тоску возвеличивать. Я буду воспитывать в себе добродетель. Господи, добродетель! Похоть побеждать суровостью. Похоть суровостью. Жадность щедростью. Жадность щедростью. Ярость кротостью. Ярость кротостью. Поддерживать внутреннюю чистоту. Внутреннюю чистоту. Внешнюю скромность. Внешнюю скромность. Образцовую речь. Образцовую речь? Что так, в молитве написано? Образцовую речь и праведную жизнь. Господи, если бы образцовые речи, праведная жизнь и все добродетели, которых ты от нас требуешь, спасали нас от напасти, которую ты насылаешь на нас. А вот этого в молитве нет и быть не может.
если попробовать удрать пешком? Пешком по такому-то снегу погоню отправят следом. Мы пешком, а не верхом, поймают через несколько минут. И если не убьют, то и забьют. А наших дам к себе возьмут на поруганье. Кстати говоря, проверишь, да, дорогая, как привлекательно страдание. Господи, Господи. Если этот офицер пожелал применить насилие, то применил бы его без всяких предварительных условий. Он ведет себя еще очень прилично. Скорее всего, ему уже давно не терпится так долго. Он томился здесь в отсутствии дамского общества. Но он ведь не стал требовать от меня или от мадам Ламадонны того, что он требует от женщины, которой привычно удовлетворять запросы всех и каждого. Только не думайте, что я хочу сказать что-нибудь плохое о нашей чудесной пышке. Я всего лишь анализирую факты. К чему вы клоните? К чему вы клоните? Фланви. Я здесь. Ступайте-ка к офицеру и предложите ему от нашего имени задержать одну только мадемуазель Руссе, а нас отпустить. Сильный ход. Это предательство! Это компромисс. Следовало спросить, согласны ли с вами остальные? Зачем же спрашивать? Сейчас ни у кого из нас нет выбора. А если офицер примет предложение, я не сомневаюсь, выбор появится. И тот, кто не согласен, сможет остаться здесь по собственной воле. Гер-офицер находит ваше предложение неприемлемым. Но почему? Почему? Оно ведь более чем логично. Он не изволил объяснить. Он психолог, этот офицер. Он прекрасно понимает, что наше терпение на пределе, мы скоро созреем и окажемся на его стороне. Нет, он хочет, чтобы мы ее сами вынудили. И вы на это пойдете? И вы на это пойдете. Да, да, но другого как это... выхода нет. Но как это сделать? Она ведь совершенно неуправляемая. Знавал я когда-то девицу свободной любви, мастерицу. А она от клиентов отбоя не знала и честно с собой торговала. Клиенты с девицей грешили, потом бы свояси спешили. А ей бы хотелось, чтоб за душу взяли, особое слово сказали. Не всякая трудится шлюха в гармонии тела и духа, и с тем, что у шлюхи такая натура, считаться должна клиентура. Ну-ка, отсюда. Старый маразматик, как всегда,
Надо его унять. Надо его унять. Спать! 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 Ой. Здравствуйте! Ой, а вот и наша Елизабет! Здравствуйте, милочка! А мы тут гуляем, просто гуляем, время коротаем. А тут и вы как раз. Все мы тут гуляем, просто гуляем, время коротаем. И скучаем без вас. Вот мы тут гуляем, просто гуляем, время коротаем и рассуждаем. Интересно, о чем? О том, о сём. О том, о сём. Я предупреждаю, всех предупреждаю, я здесь ни при чем. К чему вы ни при чем? Сам уже не знаю. Осторожно. Мы тут рассуждали о женщинах, которые заметную роль сыграли во всемирной истории. О том, как они, врагов презирая, умели жертвовать собой, открытому бою предпочитая маневр обходной. Царица Клеопатра вела себя развратно, ужасно неприятно, по мнению ханжей. Она в постели жаркой забавы обожала, на острие кинжала воинственных мужей. На острие кинжала воинственных мужей. Лапзая инородцев, свирепых полководцев, она была не просто доступна и нежна. Агрессоры во власти ее коварной страсти, египетские казни изведали сполна. Египетские казни изведали сполна. Для праведного дела усилий не жалела, своим роскошным телом отечество спасла. Выходит, Клеопатра не так уж и развратна, поскольку адекватно она себя вела. Поскольку адекватно она себя вела. Гордой Юдифе было, наверное, очень противно спать с Солоферном. Но она решилась через «не могу» и голову отрезала врагу. Вот ведь еврейка с врагом переспала, себя не пожалела, отечество спасла. Я бы тоже так могла. Об этом никто не просит, дорогая. А кого-то, значит, просит. Многие святые совершали деяния, которые нам казались бы преступлениями. Преступлениями! Но церковь легко прощает грехи, совершенные Как вы относитесь к жертвоприношению Авраама, дитя мое?
Честно говоря, я не очень понимаю, как можно убить собственного сына только потому, что тебе был голос свыше. Нет, ничто не может прогневить Господа, если похвально руководящее нами намерение. То есть Бог прощает любой проступок, если побуждение чисто? Именно так. А? Цель оправдывает средства. Никогда! Оправдывает! Оправдывает. Месье Корнюде, вы тоже так думаете? Я? Да. То есть нет, разумеется. Но в некотором смысле некоторые цели, некоторые средства оправдывать могут. Вот вам еще один пример. Уже не исторический, а самый что ни на есть актуальный. Мы, монахи, не направляемся в Гавр для того, чтобы ухаживать в госпиталях за ранеными солдатами. И в то время, когда по прихоти прусского офицера нас задерживают в пути, сколько французов мы могли бы спасти? Что вы на это скажете, дитя мое? Она колеблется. Ну, еще чуть-чуть и готова. Ну! Мадемуазель, герр-офицер спрашивает, не изменили ли вы своего решения? Ну. Нет. Да что это такое? Я не могу. Ну я не могу. Я не хочу торчать здесь до старости. Пора поставить вопрос ребром. Вот именно. Девка, займись своим ремеслом. Хватит характер показывать. Вот именно. Иначе дело будешь иметь со мной. И со мной. Непосредственно прикидывается тут, понимаешь, сестрой. Какой еще сестрой? Сестрой Достоевского. Кого? Русских писателей не смейте касаться. Что-то мы далеко ушли от Мопассана. Федора Михайловича не было сестры! Была у него сестра! У него был брат! Михаил Михайлович! Соиздатель журнала «Эпоха»! Какая к черту «Эпоха»? Какого черта ты это нам рассказываешь? Зубы заговариваешь! Синюху выгораживает! Какая к черту «Эпоха»? Какая к черту «Эпоха»? Неплохо! Всем плохо! Мне плохо! Всем плохо! Герр-офицер приказал, вяжите ее и несите к нему. Вот он ваш офицер, противник насилия! Тьфу! Куда вы? Да меня тошнит! Только подойди. Попробуй. Это ты кому дрянь говоришь? Мне? Это ты нам говоришь? Прекратить! А? Что? Кто это сказал? Это я сказал. Пошел вон, алуй. Старикашка совсем распоясался. Или ты что, думаешь, тебя защитит твой титул бурбон недобитый? Это ты кому сказал? Мне, да? Ой. Как так? Герр-офицер. Не надо. Тихо. Герр-офицер. Мы просим не звать офицера. Не надо звать. Герр-офицер! Что же?
Гер офицер! Господин офицер, этот негодяй предложил нам связать мадмуазель и отнести ее к вам силой. Мы полагаем, что он переусердствовал. Мы не верим, что вы могли отдать такое распоряжение. Я, господа, господа, я лоялен властям! Господа, господа, это что, меня из-за этой проститутки? Господа, господа! Гёте? Das wahre war schon längst gefunden. Правда найдена давным-давно. Hat edle Geisterschaft verbunden. И связала союзом благородные души. Das alte war. Was ist das? Крепко держись ее, этой старой правды. Нас с Элизабет вдвоем. Нам надо поговорить. Не судите их слишком строго, Элизабет. Это ведь только так в театре бывает, в примитивном театре. Эти хорошие, эти плохие. В жизни все гораздо сложнее. Человек и силен, и слаб, и низок, и благороден. В каждом из нас столько всего понамешано. Иногда побеждает одно, иногда другое. Причем в одном и том же человеке. Это правда. Здорово вы ему врезали. А, это пустяки. Пустяки. Скажите, зачем вы притворяетесь выжившим из ума стариком? Стариком я не притворяюсь. Я действительно стар. Единственное, чего бы я хотел в этой жизни, так это чтобы меня оставили в покое. А как прикажете этого добиться? Как оберечь свою душу от никчемных и непрошенных гостей? Умеренная невменяемость. Вот мой способ защиты. Я не думаю, что это большой грех. Вы в Бога верите? Я не жду ничего. Ни от богов, ни от людей. А я сегодня молилась. Пыталась молиться. Честно говоря, я не очень это умею. А вы искренний человек или... В наше время это такая редкость. Кстати, хочу, чтобы вы знали, вот я неисправимый притворщик, а тоже способен на искренность. И я искренне восхищаюсь вашим решением стоять на своем до конца. Да, вы подвергаете опасности и себя, и окружающих. Да, вы не хотите проявить снисходительность, которую проявляли в своей жизни столько раз. Но это... добровольный выбор. И я уважаю его. Впрочем, уважал бы и другой добровольный выбор. Какой другой? Скажем, самопожертвование ради общего блага.
Дело ведь не в том, какой выбор объективно лучше. И уж, конечно, не в том, что по этому поводу подумают или скажут окружающие. Люди вообще не способны оценивать по достоинству тех, в ком чувствуют нравственное превосходство. Но ведь благородные поступки совершаются не в расчете на кого-нибудь, а прежде всего для самих себя, чтобы не быть в разладе с самим собой, со своей душой, не быть двоедушием. Как я ненавижу двоедушие, если... Знаете, что самое отвратительное в этой войне? Знаю. Героя от мародера отличить невозможно. Сколько раз я это наблюдала? Генерал какой-нибудь, на вид такой мужественный, сама доблесть. Думаешь, по крайней мере, в армии есть люди, готовые за Францию жизнь отдать. А на самом деле этот вот доблестный воин и есть мародер. Абсолютное ничтожество. Верно. Верно, с одним только уточнением. Каким? Ничтожество не бывает абсолютным. Впрочем, как и величие, все относительно в этом мире людей. Нет худа без добра, но и добра без худа. Что же мне делать? Дайте совет. Увольте. Выбор нужно делать по велению сердца, тем более, что у вас оно есть. Das war schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden. Das alte wahre Fass es an, verdanke er den Sonn, den Weisen, der ihr die Sonne zu umkreisen. Und den Geschwister wies die Bahn, und den Geschwister wies die Bahn. Древле правда нам открылась, в сердцах высоких отразилась. Старинной правды не забудь, воздай хваленье земнородный тому, кто звездам кругоходный торжественно наметил путь. Кто здесь?
Кто здесь? Кто здесь? Это мы. Свои, это свои. Мы. Свои, свои. Что это вы встали ни свет, ни заря? Думаю, по той же причине, что и да. Вы. Ну что, карбонарии? В Лондон? В Лондон. А куда же еще? Но только не к вам на поклон, Ламадон. Я вас не беру в расчет. Мужчины, мужчины. Ой, да и черт с тобой. Да. Ваша светлость. Тебе чего? Ваша светлость, так добавить не мешало бы. Я же все сделал, как мы с вами договорились. Сначала обозвал вас, потом упал, когда вы меня ударили, а потом стал звать прусского офицера. Ну, за что и получил. Заранее оговоренную сумму. Нет, мы так не договаривались. Сбили-то меня по-настоящему. Живого места на мне не оставили. Ваша светлость. Ну... На, возьми еще. Тупое и алчное животное. Да. Ваша светлость, гер-офицер, то, что передал вам письмо, не забудьте отослать на ближайшие почтовые станции. Я не забуду. Невелика любезность. Достопочтенный граф, разрешите от всей нашей компании выразить вам... Да что говорить? Что говорить? Вот кто мужчина. Умоляю, научите меня играть в бильбоке. Мы только втроем и больше ни с кем. Ну, возьмите меня четвертый. Не пожалеете. Хорошо. Я об этом подумаю. И вы на это пойдете? И вы на это пойдете. Я не опоздала? Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Прости. Здравствуйте. Дилижанс отправляется. Счастливого пути, мадемуазель. Однако. Что однако? Я голоден, как собака. Любопытствуем, что здесь написано. Mein liebe Brötchen. Стой! Зачем вы это сделали? Там, наверное, что-нибудь пикантное. Кстати сказать, господа, у маркизы была на груди прелестная мушка, но я, вообразите, забыл? На левой груди или на правой? Совсем забыл.